делать, ну, типа, стрелочные. Работает, работает. Контакт, контакт в городе. В городе контакт у нас. Батак один. Один из 40 от нашей мили. Это сейчас враг? Работали, Паша, работали нас. Враг. Ну, значит, наша техника горела. На 40 смотрю. Понял. Уходи, уходи, своего где-то севера. Никого нет. Все, все, все. Нашим передать надо. Слышно? Бардак наш сгорел, метку на врага дали. Передайте там дальше. Репит, отходим, наверное, назад. Давай обойдем, посмотрим, они сейчас, возможно, у меня есть предложение на сторону западу все-таки двигаться. Раз удобнее. Нас никто не давай. Да, вот сейчас попробуем. Блин, тут не перейдешь ни хрена. Даже двух техов бегут. Да уйдем, уйдем. А кто это? Это идем. Кто? Наши? Сложно сказать. Я могу это мы, возле бардака горящего. Что, мы, у тебя мы, это мы уходим. Я уже... Ясно. Да-да-да, я взял вот из этого водника. Нас уже отрабатывать хотели свои. В общем, смотрите направление в городе, оттуда била лавка. Мы сгорели, пробуем отойти и отступить. Кто сейчас укнул? Кто-то сейчас укнул. С ТВП город просматривал, ничего не видно. Альфа, Восток, кто смотрит? Восток, кто у нас смотрит? А, в принципе, у нас минус бисмут. Есть конкрет? Нет, окей, отмена операции. Бисмут упал на стык. Вот состояние, вот грёбанная армада. А, какое отделение? Жив, да? Это... Чарли, годник один. Уже нет. Приводника нет. Да. Ребят, вижу, вижу технику, вижу технику. Прием, я вас только на... Где-то на ноль. Я думаю, на нет. Смысла не походу за нами. Вам помощь нужна будет? Да. Нет, 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 ничего не надо, работать. Я вас только смотрю, да. Кто хотел с вами. Ребята, на ноль, это тренера, бляха, стоит этот брать. Северо-востока может с города зайти, враг. Зарабатывают по нам. Вижу, вижу. Ребят, меня слышно? Не... Да, видел, да, видел. Да. Как далеко это? Пошли за складками попробовать, может удастся подойти. Да, я боюсь, они когда мы подойдем, их там уже не будет. Ну, сближаться, сближаться. А, сближаться? А, с трубы? Фитки, ну да, из-за трубы. Блин, я ее не могу на стену положить. Есть, я могу, конечно, взять, но потом тебе передавать, это все долго и беспонтово будет. А почему ты не можешь? У тебя как... Менюшки не работают. Нет, кнопки я выделяю, она не работает. А-а-а. Так они где-то за горой, я их не вижу. Да. Это бляха, зенитка не будет стрелять, плохо, плохо. Ну давай сейчас нагло оттащим ее нахуй. Паша, вы по-моему откуда работали? С метки, да? Враг? Слушай, ладно. Маша, ложись, Маша, ложись, Маша, ложись, внимание, Маша, ложись. Ноль, ноль, там же, за горой стоит, он едет. Вот в ту сторону. Что там, Брестка? Точно ноль. Там колеса, хиромантия, не знаю, как называется. Понял. Лавка, лавка, лав-25. С пушкой, да, которая? Да-да, с пушкой, довольно близко, ну как близко, метров 300, наверное, 400. За реку или перед... Здесь прямо, она вообще в гору потянет. Видишь, там снайпер работал? Шепот включи, нет, вы нам не поможете, только себя подставите. Метку примерную дал. А чё, водник не пробивает? Шепот, Паша, шепот. Включил. Водник не пробивает лавку или чё? Не надо, вас могут зажать, пока ни мы, ни вы, ни самое, ни в опасности даже не надо. Преимущество у них сейчас. Так, у него... мне нужно с восточного фланга на западный пушку оттащить. Кто может? Я занят. Господа, я там метку.
Я обновил метку, на нашем берегу уже есть вражеская техника. Примерную метку дал, примерную, не точно. То есть юга могут тоже зайти? Да. Мы сейчас отсекаем, пытаемся. У меня одна труба есть, если что, отстрелим. Ну, не гарантирую, она одноразовая. Да. Чё это? Да. Зачем? Зачем? Что там у вас случилось? Убегали бы тут. Ой, там Паша катится такой. Ах, блин, не удалось повоевать. Вот мы тоже там повоевали. Там целое отделение. Да, да, ну... Кого-нибудь там это зацепило? Вот я и про интуицию. Нет, что отделение? Могли бы мы им прикурить получше. Не, вот, вообще весело, короче, сейчас там было у нас на зазоре. Такой едет, а вот такой этот сметана вышел. Вот, вот не зря за нам пошел. Там еще до ноги сломал. Блин, что-то мы там никого пошли не забрали, походу, да? Ну, я был на канале укрепления, поэтому я тебя не слышал, уже в последний момент отреагировал, и поменял уже все, уже доели хорошо. Там по нам уже работают. Чё, зачем они высовываются? По ним лавка работает, они высовываются что-то там. Где? Да, на дозоре. Вообще-то я на дозоре был. На укрепление, не дозор, А дозор тоже, да? Ну там, да. Там место очень открыто на дозоре. Это вообще, блин. Что они делают? А что, да, что происходит рядом с пушкой? Что нуклеер-то стесняется? Давай, нуклеер. Ну мы же ему сказали не суваться, вот он и не суваться. Правильно, а смысл туда сейчас суваться? Пока они все на триггер отвлеклись, можно будет потихо и заехать. Они же туда сейчас все смотрят. Ну он-то не знает, ему доклад никакой нет. Они не сказали, да, то, что у них лавки. Две штуки. Да, у них еще оружие нормальное. Тут что-то джавелинка была? Или это не джавелинка? Тур какой-то вообще дикий, это дракон был. Прыгают. Господи, что эти парни делают? Так много это, висит. Берут РПГ, ой, ё-моё. Висай, позай. А? Что смотреть на упражнение? Можно хотя бы сделать такие миссии, чтобы людики хотя бы давать этот роб какой-нибудь. Little Bird вооружён. Миссии с Little Bird? Ну вот сюда я имею в виду, вот такие миссии большими картами добавлять литовые патрулетики. Фул, прыгни вниз, будем шаманить с эмблемой. Он, по-моему, быстро сольет всю оборону. Ну, урезать ему тупо эти нары, пулеметы ставить, и все хотя бы. Одну лавку убрать хотя бы, добавить флэпы. Что делает Денпро? Почему он не отступает? Тактический ход сейчас в спину будет ходить. Там же у атаки. Экипаж пошел в атаку.
Совсем обнаглели. По-моему, Джордан, когда прибежит туда, уже миссия закончена. Они тупо издалека расстреляли всех. Угу. Причем они стреляют бронебойными укреплениями с нас. Вот как я вижу, говорил, так с другой стороны они пошли. Сейчас закрывают их огнем. Сейчас спину зайдут. Ну, просто закрывают огнем, и никто высунуться не высовываться не будет. Я про нуклеир говорю, сейчас спину зайдут. А. Если, конечно, не услышите. Могут услышать. Да ну пока далеко. А, нет, там стрельба такая, что ничего не услышит. Да он далеко еще. Там три лавки или две? Три. Ну тогда было без вариантов нам туда бежать. Да. А я уже побежал к тебе садиться. Я по нему начал стрелять, попал, ты подружка. Так, нуклеир. Нормально выкатывает. Должен видеть. Может быть, он всех хочет увидеть? Может. Да. Вторая башня разворачивается. Нет, стойте. Ну что за хрень такая? Это капец, как я их не увидел-то, а? Трое, чувак, было, ты капец. Да вообще как на пиано играл. Ладно, погнали в ММ. Да ну нафиг. Да Миха зовет. Ну и чё, он и меня зовет. Чё, мы будем ждать? Ну да. Недолго. Сколько? Блин, Паша, говорил ты меня хреновый командир. Нормально. Кто мы же все? Своих долбить-то. Мы все в триггере уже. А чё это за хрена ты сейчас ворон обстреливал? Сегодня. Это мы пьем. Да. Зенитки проводника фигачат. Да, за зениткой сидят. Уже враги. Я такой сижу на зенитке, такой и стреляю, тут не а, это враги сидят на зенитке? Да, я бегать пошел, хотел на северную позицию, как бы, ну, перейти. Смотри, блин, на чёрт. На, тебя шарят, кстати, Димон. Да. Вот ворон выжил, вот ему везет. Арексар вообще красавица. Да, кстати. Завес сдох. Что-то ворону, видимо, совсем плохо. Но даже лечить не стали. Откуда ворон отработал? Нет, нуклеир сзади объехал. Давай. Отлично. Блин, а сколько еще ждать примерно? Да сейчас вон зачистят базу уже и все. Это вообще прям сложало. Не скажи, что там. А кого меня убили вообще с востока? А Денпро потерялся, походу. Угу. Да вдоль моря, вдоль реки. Ой, граната летит к этим. А с Доника что за хет-трик оформление? Блин, ну Димон, они неплохо сработали. Слышь? Это зенитная фигня, она не ломается, что ли? Ломается, просто ее долго не было.
проб залип. У вас сюда что ли с вампиром все? У меня, короче, с рацией такая фигня, но это там водник обычно стреляет или да. Лавка? Да. Водник. Водник. Водник? Если там водник. Блять, ну как можно водник-то, блять, пропустить? Вот так, потому что никто на север не смотрел, и никто не продумал то, что туда поедут. Ну блин, ну это ж водник, блин. Да что вы так бомбите? Ну мы сгорели вообще сразу. Слышишь, Паш? Че? Подскажешь, может, с рацией, короче, фигня такая, она звуки не издает, в смысле, что там включилось, выключилось. Это у тебя саундпак не закинут в этот, в TeamSpeak. Есть папка такая, ты, кроме плагина ее еще надо закинуть. Ну, значит, не так. Ладно. Может подменять Латармы 3? А, у меня ее и нету. Она и не потянет вообще. Эриксару под машинкой не повезло. А у него зажал? Да я случайно его ГПшкой по машинке попал. Двумя мостами придавил. Даже голову поднять не можешь, чтобы очухаться. Да. Пипец там водник пишет. А вот ему сейчас уже пушку, пушку бортанули. Вообще с другом бега ебашит. О, может убил? Че, мы там много положили? Да, мехвода убили наконец-то. Кого убили? Ну, водителя. Че за прикол такой? Тен про все, они. Они кончились. Машина кончилась. Я вот тоже забыл. Вот это как раз. В Эндипайр пошел, кажется. Зачем Дэн Про смог откинуть? Я знаю, кто красный мало стрелять. Угу. О, нормально. Вонял. Двое, трое, четверо. Блин, так с оружием. Но они Рексара не найдут. Че? Эх. Не понял, что красных мало? Ну, они слишком много лавок на самом деле. Очень. А, воу. Там еще одна лавка была, которую мы увидели, да? Три их, три. Где-то жгли предыдущие. То есть Рексар убивает, да? У Апарона есть сушки, можно им добавить. Он типа, без сознанки, что ли? Типа венома или что-нибудь такое. Злоберца, блин, это вместо одного. Услышит ли краб этого чувака или нет? Он уже блин. Слышит. Ха-ха, лол, Рексар. Не слышит, ворону пристрелит. А, только не говорите, что я не снимал. А стоп, если у красных... Да, если у синих меньше жизни, 4 бойцов... Бля, я не снимал. Да ладно, я снимал. Ну, это другое дело. Варен, давай. Тащи. А, сейчас смотрим. Нифига там пацанов положили на углу наших. Где эта дышка стоит. Корт. Все славки. Работя долго лежал. Варен. Варен лутается, бля. Надо, знаете, как сделать? Надо дать... американцам хамви, который с закрытым пулеметом, но вырезать оттуда пулемет и добавить какую-нибудь пушку, вот бушмастер этот. Они что, издеваются, что ли? Ларинс, чтобы то же самое было, как у нас, а то лавка это сильно. От первого лица Варена смотрите. Дави. Да, ржачно. Турель. А у него ноги перебиты, да? Походу, да. Да-да. Mm-hmm. Я не понял, что у красных только два чувака осталось?
Остальные... Причем один запрятан в грузовик. Остальные где-то утирают. Так он чисто без сознания. Так он умер. Он умер. Вот ой, это ёпта, да! Нифига себе. Yes. Это откуда? Чётко прям. Он сам себя? Эй. Слава богу, миссия закончилась. Банзай! Кто победил?